Bukje to obožavam Orhoca, da kim vrata 16, vrata Leni, Atslanudi, Ertzon, Shedivrei, Torah, Leni, Shmat, Kol, Ertzon, Lecham, Hester, Batamara, Leluvod, Ester, Pinchos, Ben Bitya, Pinchos, Ben Suri, Ben Portcha, Ben Adina, Avram, Ben Bachmal, Yaakov, Ben Zavoy, Leol, Shu, Ben Ogul, Yaakov, Ben Rachel, Asachat, Amisrael, Ufuat, Amисраил, Ufuat, Shema, Бедрат, Ашем, Всему еврейскому народу. Говорит он здесь так, врата 16, врата Лени. Лень, или на Лашон Акодыш, называется Ацланут. Это очень дурное качество. У человека, в котором это качество преобладает, испорчены все дела этого и будущего мира. Тот, кто ленивый, говорит, ему и в этом мире, и в будущем мире все, что он делает, испорчено у него. О нем сказал царь Шломо. Я прошел мимо поля лентяя и возле виноградника человека безрассудного, и вот зарос он весь колючками, покрылся терновником, и каменная ограда его обрушилась. Мишле, 24 глава, 30 по 31 псуки. Что он говорит? Шломо Амелех говорит, я прохожу рядом с виноградником и полем лентяя. У него все там валится, разрушается, все заросло. Он уподобил разум лентяя полю лентяя. Не обрабатывая свое поле, лентяй не только не получает урожая, он еще и выращивает дурное, вроде колючек и терновника, который портит урожай. То есть лентяй, который свое поле не обрабатывает, мало того, что ничего там хорошего не растет, он выращивает там ненужные вещи, колючки и так далее. Если бы даже старался вырастить урожай, он его потеряет, ибо обрушилась каменная ограда, и починить он ленится. На поле забредает скот, и приходят воры, и забирают все. И сказал... Каменная ограда, эта каменная ограда очень прочная, но она разрушилась из-за лени хозяина. Он вовремя не починил то, что требовало починки. То есть лентяй, он говорит, вот так и же разум человека, как у этого поля лентяя. Если он Тору не изучает, мицвот не соблюдает, мало того, что правильных мыслей там нету, получается, появляются там неправильные мысли, неправильные желания. Также обстоит дело и с ленивым в учении и заповедях. Лентяи любят отдыхать, и потому заповеди для них трудны, а изучение Торы тягостно их душам, и они бегут из дома учения туда, где могут отдыхать. И в синагоге они дремлют, засыпают, как сказано, лень наводит сон. Мишле, 19 глава, 15 пасук, Шломо Амеле говорит, что человек, который ленивый, засыпает, ибо по естеству человека... Лень наводит сон. А царь Шломо нельзя в синагоге спать. Он не грешит. Что не, значит не грешит? Ничего не делает, просто спит. Дома надо спать, не в синагоге. А царь Шломо предостерег. Немного поспать, немного подремать, немного полежать, сложив руки, и придет, как путник, бедность твоя. То есть человек, который говорит, еще чуть посплю, еще чуть полежу, и так далее... В конце концов, бедность к нему придет так, что он сам не заметит. Тоже Мишле, 6 глава, 10 пасук. Мало того, что ленивый не достигнет знания Торы, поскольку не занимается ею как следует, из-за лени своей он выдумывает ошибочные суждения. У нас очень много людей, которые говорят, а, раба, я думаю, надо сделать так. Я говорю, почему, что я думаю? Надо узнать, что Тора говорит про это. Что Аллаха не вот так, я думаю. Он говорит, из-за своей лени, так как человек не учится, не хочет учиться, у него неправильные ошибочные мысли. Ибо ленивый объявляет разрешенной свою лень, говоря, телу полезно отдыхать, дабы оно укрепилось. Ибо если у человека есть силы, он может многое сделать. Так он себя успокаивает. Лентяй слушает пустые разговоры, говоря, что от этого он умнеет. Таким образом, лень приводит к тому, что он ищет доказательства того, что отлынивая от учебы, он исполняет заповедь. То есть каждый пытается оправдать себя, показать себя праведным. И вот это то, что делает с ним лень. Учиться он не хочет, а там люди разговаривают, он подошел и слушает. Почему? Они там умные вещи говорят. Может быть. Может быть, новости и так далее. От этого я поумнею. Это верно, что полезно отдыхать, чтобы набраться сил или услышать нечто разумное
и остроумное для подготовки к продолжению занятий. Но это сказано о таком человеке, который расторопно и как следует занимается учением, ибо силы человека не силы камня. Человек не железный, а кости его не из меди. Он не может постоянно быть в напряжении учебы, и потребно ему время от времени отдыхать и набираться сил. Вы правильно, человек, который учится так, как надо, работает, занимается так, как надо, он должен отдыхать, потому что человек так его создал Всевышний. Но не лентяй. Но соглашаясь с этой мыслью, лентяй стремится к ней настолько, что совсем не учится. И каждой заповеди, исполнение которой требует усилий, он найдет объяснение, согласно своей лени, почему не следует исполнять эту заповедь. Кратко говоря, все свои суждения лентяй направляет по своей лени. То есть лентяй, что вы не спроси, он вам все скажет, объяснит. Но все это потому, как продолжать лениться. Через свою лень он думает, через свою лень объясняет все свои действия, свои лень. Все, что он делает через свою лень. Как мы видим, раз за разом Орхот Садаким говорит, что очень важно учить Тору. Молитва, исполнение мицвот, это очень важно. Но главнее всего у еврея это изучение Торы. Дальше он говорит, лентяй труслив, он не пойдет в изгнание вместо учения. То есть, если нужно поехать в другой город, чтобы учиться в Ишиве и так далее, он туда не пойдет, потому что он трус. Трус. О нем царь Шломо сказал 7 вещей. Каким образом? Говорят лентяю, твой учитель в соседнем городе, иди поучись у него. Он говорит, вот, а он что говорит? А он отвечает, я боюсь льва на пути. Как сказано, сказал ленивец лев на пути. Мишле 22 глава 13 пасук. Он говорит, иди в соседний город, далеко ходить не надо. Нужно пойти, но не совсем далеко. Он говорит, нет, там по дороге львы ходят. Я боюсь туда пойти. Говорят ему, твой учитель в этом городе, вставай и иди к нему. А он отвечает, как бы не было льва на улицах. Боюсь я, как сказано, лев на улице. Теперь он говорит, то там из города в город ты должен пойти, может через лес, может какую-то не территорию, где люди не живут, там может быть львы. Тебе говорят, твой учитель в город пришел. А он что говорит, не, может в городе лев ходит по улице. Говорят ему, вот он живет возле твоего дома, через дорогу. А он отвечает, а лев снаружи. Сказал ленивец, лев снаружи на улицах убьют меня. Говорят ему, вот он внутри дома, он к тебе пришел. А он отвечает, если я пойду и найду запертую дверь, придется возвращаться. Если я пойду, а там дверь будет закрыта, где он дает урок, мне придется возвращаться обратно. Зачем идти? Говорят ему, открыта дверь, но все же не встает, но все же не встанет и не пойдет, как сказано, дверь поворачивается на оси, а лентяй на постели. То есть, как дверь для... раньше петля была, длинная петля входила в стенку и в притолок у двери, и она почерпнула. Он говорит, а как дверь поворачивается на своей оси, так лентяй поворачивается в постели, с одного бока на другой. А когда он уже не знал, что отвечать, сказал, пусть дверь открыта, а я хочу еще немного поспать. Как сказано, доколе ленивец будешь спать, когда встанешь от сна своего. Встанет, встает, ставит перед ним ибду, а он ленится поднести руку к рту. Как сказано, опустил ленивец руку свою в чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. И что же седьмое? Сказано, зимы ленивый не пашет. Сказал Раби Шимон бар Йохай, это тот, кто с детства из-за лени не учил Тору, но желает учить ее в старости и не может. Это будет просить во время жатвы и нет. Вот как Шломо порицал лентяя. Поэтому, как мы сказали, человек должен приучиться себя, своих детей учить Тору Безрат Ашем. А Муше сказал нечто более того, как сказано, а весьма близко к тебе слово сие, в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Книга Дворим, 30 глава, 14 пасук, говорит Шломо Амелех, Тора недалеко от тебя, она очень близко к тебе, в сердце твоем, в устах твоих, чтобы исполнять это. Значит, ты лишь выговори это своими устами.
И нет больше лени, чем лениться выговаривать эти слова своими устами. Все, что нужно говорить, открыть книгу и читать, слушать, говорить. Взгляни, насколько ленивый далек от всех добрых качеств. Он вреден в роли посланника, как укус вреден для зубов. Как сказано, как укус для зубов и дым для глаз, так ленивец для посылающих его. Лентяй дает какое-нибудь задание, он его сделает. Непонятно как, непонятно когда и зачем, и что он сделает. И сказано, алчность ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. И сказано, ленивец в глазах своих мудрее семерых советников, отвечающих обдуманно. Так говорит Шломо а-Мелех. Человек, который лентяй, сколько вы ему не говорите, сколько вы ему не объясняете, он самый умный. Он сам все знает, только дайте ему полежать. Не заставляйте его работать. Объяснение этого стиха таково. Вот у царя много гонцов и посланцев, и все они, исполняя приказ царя, отправились и принесли ему нужные сведения. А один лентяй, он обманывает, говоря, я болен, и отдыхает, и ест с царского стола. А видя, что его товарищи устали с дороги, считает себя умнее их всех. Он говорит, о, я потерял царя, они пошли, возвратились, гнались и вернулись и так далее. Это глупость. Как написано, видел ли ты человека, проворного в деле своем, перед царями он будет стоять. Так же и здесь. Царь наградит разумных слуг, которые принесли нужный ответ. Лентяю же не важна эта награда. Кратко говоря, лентяй не годится ни для этого мира, ни для мира будущего, потому что руки его отказываются делать добро. Он ничего не хочет делать, хочет только полежать. Поэтому, не дай Бог, он теряет и этот мир, и будущий мир. Без разрешения продолжим в следующий раз. Амин ле амин.